Друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. В этом видео речь пойдет про вот эти вот инструменты, про вот этот набор. Это набор гаечных ключей, головок, да, автомобильный и вообще не только автомобильный, для разных случаев жизни. Вот таким известным брендом, произведенный на Тайване, я уже как-то однажды показывал про этот набор видео. На Тайване производятся разные инструменты хорошего качества. Эти тоже ничем не уступают по качеству разным там King Tony, Johnny Sway, там Lakota. Как бы все одного разлива. Вот я сейчас покажу сам наборчик. Вот он, да. Тут все 108 предметов. Как бы я про них уже рассказывал. В этом видео хочу дать полезный совет и рассказать про один небольшой косячок. Оторвались вот эти петли. Смотрите, вот. Оторвались эти петли. Вот я спокойно сюда установил маленькие такие петельки, приобрел в Леруашке, вот, вот такие петли, ну и все, и теперь держится. Это в прошлом видео мне еще сказали, что вот это оторвется. Также может оторваться и крышка, здесь тоже, видите, пластиковая такая петля. Набору уже много лет, и как бы, ну, лет 5, да, тоже. И вот здесь уже начинает отрываться. Я также сюда установлю несколько петель, да. Это маленький полезный советик такой, да, вот видите, я защелкнул. И вот транспортировка теперь нормальная такая может осуществляться. Плюс, естественно, прокачал, так сказать, этот чемоданчик. Все это закрутил простыми винтиками, вот сразу этой же отверткой. И вот такой головочкой для захвата вот этих вот маленьких гаечек, видите, вот они контрящиеся, а здесь саморезик вот сюда, то есть сразу без всякого шуруповерта, раз, вкрутил, и здесь то же самое, вкрутил, и все, и нормально. Единственный моментик, нюансик, сразу говорю, вот здесь примените винтики с плоской шляпкой, чтобы она в одну плоскость вот с этим, вот с этой частью становилась, да, потому что вот здесь вот есть такая нюансик такой, вот смотрите, выпуклая вот эта штучка, за которую цепляется вот этот вот замочек, да, он просто будет выпуклая мешаться, а вы подберите, ну, если у вас такой же чемоданчик, не факт, что у вас как бы тоже такая же фирма, это просто для всех совет, а я на своем канале даю такие маленькие советики, подсказки делаю, так что подписывайтесь, кому интересно, да, то есть посмотрите, у меня в видео много разных тем. И самое интересное, вот у этого набора, вот, кстати, опять напомню, интересный профиль. Видите, он здесь не шестигранный, а такой звездочкой вот этой вот, да, идет. Шестигранная с выпуклыми такими боковинками. Это позволяет зацепить слизанные болты, гайки со слизанными гранями. И под любым углом, то есть вы можете раз надеть и крутить, и захватывать слизанные, то есть проверено уже на личном опыте. Кстати, есть видео у меня на канале, найдите его, там в описании есть ссылка, как это действует, ну, в реале, там, ну, как бы я выложил ссылку, не своего видео, там просто мастера показывают, насколько это эффективно работает. Так что подпишитесь, чтобы не потерять, и посмотрите заодно. Вот то видео очень полезно, то есть вот инструмент, инструменту рознь, да. И вот применил вот эту же отвертку и вот из этого же набора головку, то есть вот тут вот захватил гайку, а это крестовой отверткой закрутил винты и прижал это все с двух сторон. Что имейте это в виду, теперь ничего не растеряется, наборы эти дорогущие, как бы, да. И имеет смысл их беречь и ничего не терять. Обидно просто. И плюс еще один косячок. Смотрите, стирается надпись. Вот, видите, вот здесь. Когда-то была фирменная надпись на рукоятке. Рукоятка вообще, сама отвертка бомбическая. По исполнению, ну, то есть, хорошо сделано. Ну и, соответственно, вот трещотка, да, вот я про нее неоднократно показывал. Вот здесь с гравировкой, с фирменной. А здесь, вот видите, уже начинает вытираться надпись. Вот здесь она еще яркая, здесь нет. Ну, то есть это кому важно иметь брендовое. На всех инструментах вытирается со временем вот эти вот надписи.
масло, бензин там и все такое. И вот тут такая прокладка, вот до сих пор она живет здесь у меня. И вот так вот как бы складываю, закрываю, вот, и все, вот он. Очень крепко держится, имейте это в виду, не пугайтесь, если у вас они оторвутся, там, это не критерий. А сам инструмент, сами инструменты по приемлемой цене, по-моему, до сих пор они есть, немножко, если даже и подорожали, то это оптимальный вариант, вот купить себе а-ля фирменный инструмент где-нибудь. Найдите себе, вот наберите в поисковике, в гугле, там загуглите набор гаечных головок фирмы такая-то, да, там 108 предметов, и вам сразу поисковики выдадут цены там в разных местах, там, начиная там от Яндекс.Маркета, заканчивая озонами всякими, ну, не столь важно. И вот хотел еще рассказать вот по пути про вот эти кейсы. Видите, у меня их 3 штуки. Я как Плюшкин в них собираю вот так вот различные вот гаечки-винтики. То есть вот здесь у меня, здесь вот, смотрите. И вот это очень пригождается. Мне иногда говорят, да ты что такой скрупулезный, там собираешь вот эти винтики. Ну а почему бы не купить себе вот такие кейсики и не начать складывать аккуратненько все по ячейкам, да, так раскидал. И когда надо, вон, пожалуйста, как раз тот случай, когда нужны эти винтики, закрутить вот такие мелкие эти, как их, петли. И сами кейсы вот эти чем примечательны? Тем, что вот у них вот эти вот разделители ячеек, вот эти вот, они вот сюда в пазы при закрытии крышки, они сюда вот так вот впадают. Это тоже леруашные кейсы по 200 рублей, там не фирменные, не супер-пупер. Вот, пожалуйста. И, соответственно, всегда вот при таких ситуациях может пригодиться вот такая тема. И вот они у меня пока 3 штуки, они вот так вот ложатся друг на друга ровно. И, видите, не съезжают друг с дружки. То есть тема нормальная. Единственное, еще кто-то может сказать, что здесь чашки типа не вытаскиваются. Ну и фиг с ним. Вот смотрите ситуацию. Вот у меня здесь вот такая штуковина есть. Вот. Это магнит типа того. Вот так взял, аккуратно зацепил, вот, выложил себе сколько надо и подобрал. Обратно засыпал. Так что чашки эти не столь важны, там, как некоторые говорят, вот так вытаскивать надо там куда-то. Вот, пожалуйста, альтернатива. Такой магнитик, любой магнитик, любой магнитной отверткой сюда ткните и соберите себе крепеж вот этот. Так что вот такое видео. Друзья, кому понравилось, подписывайтесь. Я стараюсь давать полезные советы. Всем пока.